Корабль плывет, имея курс, имея цель своего плавания. Весь его маршрут распланирован, и он обязательно достигнет цели. Так же и у нас. Если есть четкий курс, который распланирован, то и цель обязательно будет достигнута. Поэтому очень важно планировать свое время, чтобы не тратить его впустую. Всем привет, с вами Александр, и вы на канале «Один на один». Решил я сегодня выбрать такую необычную обстановку, такую локацию своеобразную, так скажем. Почему такая локация? Ну, потому что это арендная квартира, и мне нельзя здесь мебель не выкинуть, на какую-то другую заменить. Ну, мне ничего здесь нельзя делать, потому что это арендная квартира. И вообще сегодня я бы хотел поговорить именно о планах, почему нужно планировать свою жизнь наперед, зачем вот эти нужны планы и прочее. То есть, если взять любой проект, вот бизнес, составляется вначале бизнес-план. Когда ты строишь дом, ты строишь тоже план, рисуешь, чертишь. Когда идет у тебя ребенок в школу, он тоже идет по какому-то плану, то есть план занятий, то есть везде есть план. И только тогда получается успех. Да любой успешный человек, он всегда планирует свой день. И мне как мигранту или иммигранту, кому как больше нравится, когда ты приезжаешь в новую страну и ты хочешь закрепиться, хочешь добиться высот, хочешь вообще чего-то добиться, нужно обязательно ставить какие-то планы. Ну и когда, к примеру, я жил в Казахстане, тоже составлял планы, и когда я их составлял, знаете, они удавались, все получалось. Не ставить себе планов кто? Ну, тот, кто просто плывет по течению и у кого ничего в итоге нету, это неплохо и нехорошо. Ну просто, ну вот он такой человек. Вот он работает, вот ему нравится работать, ему больше ничего не надо. Ну вот он сам такой человек, сам по себе. И вот из этого и получается так. Но так как я хочу многого чего добиться, поэтому у меня есть долгосрочные планы и планы, которые я составляю раз в месяц. То есть если сейчас хочу показать, как именно я планирую свой месяц, какие планы у меня именно на этот месяц, этот метод проверенный, он работает, и поэтому надеюсь, вы им тоже будете пользоваться, и у вас все всегда будет получаться. За правило я взял, что не нужно ставить слишком много целей на месяц. То есть должна быть одна какая-то большая цель на год и к ней такие подцели на месяца разбиты и как бы на дни еще та же, на неделю и на день. То есть у каждого всегда должны быть цели. Но дни я корректирую, в основном у меня цели на месяц сразу я себе ставлю, и вот так получается. И когда у меня нет такого, допустим, ровно на 30 дней или ровно 1 числа, вот, к примеру, сегодня у нас 12-е, да, 12-е, и все, мои цели как бы достигнуты, и я себе ставил, сегодня расписал план на следующий месяц, но вполне возможно они будут раньше достигнуты и будут дальше откорректироваться. То есть из чего состоит мой план? Обычно я делаю где-то 5-6 целей, то есть чего я хочу добиться именно за этот месяц. Давайте я вам покажу, как это работает и как я сам составляю. То есть у меня получилось 5 позиций. То есть, что я хочу в этом месяце? Я хочу прокачать YouTube канал. То есть, у меня, по идее, два канала. Один вот этот, один летсплейный. Но на летсплейном канале до 25 января я его как бы оставил. Ну, у меня такой своеобразный отпуск. Буду прокачивать именно вот этот канал. Что мне для этого нужно? Мне, во-первых, нужно научиться монтажу. То есть, я вот написал изучение монтажа. Потом изучение монтажа, то есть я 2 дня работаю, 2 дня выходных. То есть, соответственно, у меня 15 дней в месяц есть свободные. То есть вот в этих 2 дня выходных, один выходной день, и я буду изучать один урок по монтажу. Потом снимать по 3 видео в неделю. До этого у меня выходило 1-2 видео в неделю, теперь я хочу перейти где-то как минимум 3 видео в неделю снимать. Дальше. Оформление заднего плана. То есть что сюда входит? Поскольку у меня здесь нет
Ну, ничего нельзя, ни мебель поменять, ничего. Я решил какие-нибудь картинки подкупить, ну, я не знаю пока что, но оформить стену, и на фоне ее я, чтоб мог записывать видео. Может, храмофон, храмокей куплю. Ну, пока что я не знаю. Это вот только план. Его реализацию я пока еще не придумал. И режиссерское мастерство тоже по одному уроку. То есть первый день у меня выходного дня — это монтажу учиться. Один урок, а на второй день выходного дня — это режиссерское мастерство, тоже будет один урок. Потом, это у меня все под пунктом 1, это прокачка YouTube за этот месяц. Пункт 2, девушка. Допустим, если у меня появится девушка, то какая она у меня должна быть? Также касается абсолютно всего, абсолютно любой ситуации. Если вы что-то выбираете, представьте сначала, каким это должно быть, и каким вы должны быть для того, чтобы этому соответствовать. То есть, во-первых, у меня какая должна быть девушка? Она должна быть красивая, она должна быть стройная, она должна быть умная, она должна быть интересная в общении, без вредных привычек или, ну, в меру вредные привычки, там, немного, ничего страшного. Готовая развиваться и путешествовать. То есть я подумал, такой, какой я на данном этапе есть, я не совсем буду подходить для такой девушки. И поэтому мне нужно в себе что-то начать тоже меняться. И то есть, что я хочу сделать? Во-первых, записаться в спортзал, потому что лишние килограммы с офисом, зарядка по утрам, это не сильно уж помогает. Да, ну в какой-то степени помогает, но не сильно. То есть записаться в спортзал. Поэтому в ближайшие выходные записаться в спортзал. Потом, саморазвитие. Ну, по саморазвитию я и так прохожу постоянно каждый день. То есть одна тема, один день, там, допустим, какая-нибудь взаимодействие энергетики, вот, распланирование дня, то есть чему-то новому обучиться. То есть именно заняться саморазвитием, в принципе, это у меня уже продолжается далеко не первый месяц, уже третий месяц в правила мои, в цели месяца входит. Дальше идет. Также, если она должна, ну, в смысле, будет путешествовать любить, и легко, мне тоже хочется путешествовать не только по России, но и по другим странам, для этого я хочу начать изучать английский язык, то есть совершенствовать свои собственные навыки. Также хочу выбрать для саморазвития какую-нибудь большую тему и начинать себя прокачивать именно в этой теме, которая мне будет интересна, не которую я буду заставлять себя делать, а которая мне будет интересна. И еще, так как она будет красивая, девушка моя стройная, к примеру, то есть, соответственно, нам, чтобы интересно время проводить, нам нужно же будет в какие-нибудь места интересные ходить, соответственно, там аквапарк, я не знаю, бассейн, ресторан, ну, вообще куда-то, для этого, соответственно, нужны деньги. То есть мне нужно придумать, как увеличить свой доход, и в этом месяце я планирую увеличить хотя бы до 1500 долларов в месяц. Идем дальше. Готовить новые блюда. То есть, соответственно, мне нужно тоже саму как-то развиваться. И я теперь собираюсь и планирую каждый раз готовить какие-то новые блюда, которые я до этого не знал, и экспериментировать, то есть практиковать свой навык в кулинарии тоже. Думаю, это круто. И еще, что у меня подходит? Так, это все. Это по поводу того, какой я должен быть, чтобы подходить к такой девушке, которая в моем понимании должна быть у меня. То есть я должен в спортзал записаться, заняться саморазвитием, начать учить английский язык, должен выбрать большую тему для саморазвития, увеличить доход и готовить новые блюда. Но это планы только на этот месяц. В следующем месяце они, конечно же, поменяются. Так, третий, пункт номер 3. Это так как я хочу что-то новое узнавать, прокачивать свои скиллы, я его пометил, что каждые выходные посещать новые места. Хотя бы один день выходной ходить в какие-то новые места, где я еще до этого не был. То есть это музеи, выставки, еще какие-нибудь необычные места города. И, конечно же, буду снимать по этому поводу видео. То есть это тоже своего рода будет относиться к прокачке YouTube. Четвертое. Книги по 30 минут ежедневно. Ну, в принципе, перед сном я регулярно читаю, редко когда я не читаю. В основном я предпочитаю аудиокниги, поэтому этот пункт, эта графа, она как бы никуда не уходит. Это уже на протяжении, наверное, многих-многих лет идет. Ну, я предпочитаю фантастику. Выбрать какой-нибудь новый навык и начать его прокачивать. Я говорю о таком навыке, как, к примеру,
стойка на руках, отжимания вниз головой, стоять на... вообще какой-то или другой, ну какой-то новый навык, я его пока еще не придумал, он у меня просто в целях. Вот что хочу, планирую в распланированном. И шестой навык – это прописать цели для визуализации. То есть, грубо говоря, купить какой-нибудь плакат А4, написать, чтобы эти навыки у меня были перед глазами, чтобы я регулярно, когда вставал, утром просыпался, я видел перед собой эти навыки, и это помогало мне реализовывать их. И вот эти все навыки, вот эти все скиллы, вот это мое распланирование месяца, самое главное – оно же действительно работает. И вот когда какие-то ты себе такие вот цели прописываешь, и ты их выполняешь регулярно, шаг за шагом делаешь, ты же действительно становишься лучше. Разве это не здорово? И нет разницы в том, что ты себе запланировал сделать. Хочешь ли ты заработать на дом, но ты пока что не знаешь, как это сделать? Хочешь ли ты купить машину? Хочешь ли ты как-то поменять свою жизнь, даже переехать жить в другую страну, распланируй себе свой месяц. Не думай просто я хочу, распланируй свои мысли, именно так построй их, чтобы прийти к своим целям, и вот увидишь, они у тебя обязательно сбудутся. Пробуйте, друзья, пробуйте. В конце концов, от вас не убудет, и на начальном этапе достаточно всего будет каких-нибудь 4 пункта себе на месяц. То есть основное, пропишите, чего вы хотите. Если это будет касаться чего-то конкретного, вот, допустим, человека, напишите, какой он у вас должен быть и каким вы считаете должны быть вы, чтобы подходить этому человеку или машине, или бизнесу, неважно, и реализовывать. И все у вас получится. Я вам желаю только успеха, добра, всех благ. Благодарю всех за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. До скорых встреч. Всем пока-пока.